Добрий день, шановні друзі! Вдячна пам'ять футбольних вболівальників зберігає багато спогадів про прекрасних майстрів минулого. Але з особливою насолодою ми завжди згадуємо справжніх футбольних геніїв, таких, як мій сьогоднішній співрозмовник. Сьогодні у нас в гостях блискучий футболіст Київського «Динамо», Туринського «Ювентуса» та збірної Радянського Союзу, володар Кубка Кубків та Кубку УЄФА, головний тренер Київського «Арсеналу» Олександр Заваров. Саша, добрий день. Я очень рад, что ты к нам сегодня пришел. Действительно, таких выдающихся футболистов, которых бы все так любили, можно пересчитать по пальцам. Мы слышим Стрельцов. Многие, конечно же, его не видели. Мы знаем Заваров. Мы любим Биланова, Блохина, Шевченко. Но это все единицы, это не штучный товар. Насколько я знаю, когда ты попал в Киевское «Динамо», это была отдельная история. Ты не очень хотел играть в этой команде и говорили, что... Однажды ты даже бросил в сердцах «не хочу здесь играть», и тогда уже возмутился Блохин, и тебе чуть ли не устроили темную. Это было или нет? Да, первое, спасибо вам за приглашение на программу на вашу, которую я с удовольствием смотрю. Значит, да, была одна такая ситуация, когда, ну, я так человек амбициозный, соответственно, не попадал в основной состав, меня это раздражало, из-за этого я немножко нервничал, наверное, скорее всего, я погорячился высказать, но... Ребята... То есть высказал все-таки? Я высказал, да. Как это звучало? Это звучало немножко агрессивно. То есть иногда даже самому сейчас неприятно вспоминать. Ну, зачем она мне нужна, эта команда? Почему? Потому что я хочу играть в другой. Потому что там и был московский «Спартак», и Днепр в те времена. То есть которые были приглашения. Но я, как бы сказать... После выступления Олега Владимировича Блохина, то есть, соответственно, решил, да, я должен доказать, что я могу играть в команде Киевского «Динамо», о которой мечтал с детства и думаю, что на меня никто обиду не держит. И своим упорством и, наверное, теми результатами, наверное, немножко смягчил ты ребят. Ты хорошо сказал, после выступления Олега Владимировича, как он выступил? Ну, на собрании встал, говорит, если этот пацан не хочет играть у нас в Киевском «Динамо», чему мы будем его держать? Ну, собственно говоря, на этом... Но темное не делали. Нет, темное не делали, нет, нет. Потом Валерий Васильевич Лобановский меня вызвал к себе и сказал, так, ты выбирай, значит, ты играешь или ты не играешь? Потому что уже коллектив как бы против тебя, потому что у нас коллектив хороший, я не хочу, чтобы он разрушался. То есть я принял все условия Валерия Васильевича, то есть игроков... Ну, возьмем так, был послушным, возьмем так, до поры до времени обратно. То есть, и доказывал, что я могу играть в этой команде. Откуда берется бразильская техника, в общем-то, понятно. Пляжи Копакабана, босоногие мальчишки, 24 часа в сутки играющие в футбол, естественно, мяч у них прилипает к ногам. Откуда берется вот эта техника, когда у нас были асфальтовые, в основном заасфальтированные эти площадки, такого повального увлечения футболом, как в той же Бразилии, не было. Откуда эта техника? Ну, возьмем так, с детства, то есть мы собирались во дворе, играли в футбол между собой, соответственно, то есть, возьмем так, я набирал более младших ребят и между ними возился, там, возил их, обыгрывал. Старших, наверное. И старших потом уже чуть-чуть дальше, то есть, соответственно, на этом шлифовалось. То есть, ну, я думаю, что больше всего принес мне дворовой футбол, да, например, больше техники, да. Потом, когда уже школа пошла футбольная, соответственно, помимо школы еще занимались, ну, бегали во дворе, то есть круглый день. Конечно, до уроков не было времени, некогда было заниматься. То есть, ну, я думаю, еще, ну, природа еще что-то дала. То есть, видимо, все. Видимо, да, да. Хотя у меня родственников практически ни у родителей никто не занимался футболом. Любители, да, но никто сильно так не настаивал, чтобы я пошел. Твой талант стал понятен и виден очень рано. Ты был совсем маленьким еще, а Йожеф Саба уже, в общем-то, говорил во весь голос, посмотрите на этого парня, у него большое будущее. Да. Почему «Заря» была променена на «СКА Ростов»? Все-таки в этом клубе я до сих пор помню, как Андреев забил в своей подаче гол в финале Кубка, по-моему, 80-го 81-го года со «Спартаком» 1-0. Да. Конечно, Кубок Советского Союза в составе СКА Ростов ты завоевал, но почему ты там играл? Ну, получилась такая ситуация. Ну, возьмем так, в 77-м году Йожеф Саба тренировал «Зарю» Луганскую, то есть, и, соответственно,
он заметил меня и начал продвигать в дубль. То есть, соответственно, я благодарен ему за это. То есть, потом наступил 79-й год. Я уже начал играть за основной состав. И, как вы помните, была спартакиада народов СССР. И меня Валерий Васильевич вместе со всеми другими игроками, то есть большинство составляло Киевская «Динамо». Заиграл. Начал приглашать в Киевское «Динамо». То есть, ну что, давай, зачем заря? То есть, здесь заиграешь футбол хороший, то есть, и если заиграешь хорошо, то есть, и сборная, то есть, ведущий клуб. Это, конечно, это меня, то есть, радовало, что Валерий Васильевич меня уговаривает еще. То есть, говорит, пиши заявление, я у мамы спрошу, то есть, 18 лет. Ну, почему? Ну, потому что, наверное, не было какого-то человека старшего, который бы мог бы сказать, ну, что ты делаешь? Ну, человек приглашает, то есть, соответственно, берет под свое покровительство или под крыло, и, соответственно, он может тебе помочь и терпеть тебя. Веди себя правильно. Веди себя правильно, да, то есть, и терпеть. Ну, наступил 79-й год, закончился, Луганская «Заря» вылетела в первую лигу тогда по тем временам. И здесь то есть обычно молодежь после 18 лет, у нас же, да, раньше было в армию, надо было призываться, соответственно, хотя я был студентом в Рашлоратском пединституте, ну, уже старшие товарищи, с которыми я играл в «Заре», опытные игроки, чемпионы 1972 года, говорят, ну, куда ты пойдешь? Ну, что ты Кузнецов, там... Кузнецов, Куксов, да, наверное, да, да, да. То есть, как раз они мне говорят, ну, куда ты пойдешь? Ты посмотри, там, какой это играл еще нападающего. Да? То есть, ну, посмотри, впереди Блохин, там, Онищенко, там, Слободян. Слободян. Ну, куда ты что, сидеть на лавке, когда есть возможность пойти играть? Я не знаю, может, они были правы, может быть, нет. Но... Те годы, которые я провел в Скоростов 2 года, то есть служа в армии, они оставили, как бы сказать, двоякое такое впечатление. То есть первое, от футбольной жизни я получил удовольствие, но от... Роста мастерства не было. Роста мастерства, ну, может быть, на тот данный момент, то есть 19-летнему, то есть прогресс я только почувствовал в киевском «Динамо», да. Но с другой стороны, просто отношение в Ростове к... В Скоростове по тем временам было, когда особенно я уже заканчивал службу в войсках, то есть начали говорить, давай, предлагаем тебе там остаться, давай мы... Звание дадим. Звание дадим сразу. Но я был противником, потому что я уже тогда, еще раз Валерий Васильевич вернулся ко мне, то есть, соответственно, приглашал в киевское «Динамо». То есть, соответственно, ну, было тяжело, я еле выстоял, потому что меня... Посадили там на губу, короче, на 10 Каким суток. Образом? За то, что я не был в распоряжении роты в течение 2 дней. Хотя я был дома, то есть команда улетела играть, меня не взяли с собой. То есть я был в Ростове, но я не был с командой. Соответственно, я был как в бегах. То есть по уставу, если ты, значит, 2-3 дня не находишься в рядах в своей роте, соответственно, это 2 года дисбата сразу, да? Так что угрожали дисбата? Угрожали, ну да. То есть, соответственно, или 2 года дисбата, или подписывай нам с нами контракт. Заявление, ну, контракта тогда не было, заявление, то есть о том, что ты мечтаешь служить. Что, на гауптвахте держали прямо? 10 суток, да, я отсидел. Саша, ну я помню публикации советского спорта, главной спортивной газеты в то время, когда ты играл в ростовском СКА, тебя числили нарушителем режима, чуть ли не писали, вот как сейчас помню, Заваров и Гамула пьют, нарушают режим, это было или нет? Ну, возьмем так, ну, я думаю, что, наверное, в каждой команде есть игроки, которые, например, после удачной игры могут там выпить шампанского. Ну, раньше мы что, молодые, 18 лет, 19 Девать лет. Девать себя некуда. То есть, ну, вроде да. Ну, что, по бутылочке шампанского там финал выиграли, там, например. Или, ну, это возьмем раньше, в 80-м году. То есть, ну, бывало такое, что иногда немножко неудобно вспомнить. Не хочу отрицать этого, но я думаю, что это мы не такие были какие-то забияки или какие-то там пьяницы. Почему? Потому что мы выходили и играли. То есть я сыграл в 80-м году все 32 игры. То есть, соответственно, если бы у меня было на таком уровне. То есть высшая лига, это там Московская «Динамо», Спартак московский. То есть на следующий год то же самое. То есть, соответственно, если бы были такие нарушения, как бы я смог сыграть или доиграть до 37 лет, да, когда я закончил играть 37 лет во Франции.
Все равно тогда здоровье у ребят было. Ребята были семижильные. Мы знаем защитников, например, киевского «Динамо», которые могли буквально накануне матча нормально провести время и все равно выкладывались на поле так, что никто бы никогда ничего не сказал. Сейчас нынешние футболисты меньше пьют, меньше нарушают режим? Я думаю, сейчас, наверное, они культурнее, наверное, я так думаю. Более, берегут себя. Берегут себя. Почему? Потому что знаешь, что жизнь впереди еще сложнее, наверное, скорее всего, будет. Я не сомневаюсь, даже еще сложнее. Потому что посмотрим, там цены растут, карьера заканчивается, надо что-то себе заработать. То есть раньше это было так, что думаешь, да все равно без работы не останусь. То есть, соответственно, я могу, что хочу, то я делаю. Государство про меня побеспокоится. Соответственно, сейчас я думаю и надеюсь, скорее всего, на то, что я думаю, что ребята... Ну, могу себе позволить, я не противник этого. Ну, знать когда, знать с кем, и, соответственно, чтобы это не мешало, то есть, прогрессу индивидуальному, возьмем так, и чтобы не вредило команде, самое главное. Главной интригой в те годы, в начале 80-х, было противостояние киевского «Динамо» и «Спартака». Дуэль двух тренеров, Лобановского и Бескова. Я знаю, что перед киевским «Динамо» и параллельно с киевским «Динамо» тебя приглашал московский «Спартак», и якобы даже ты с Бесковым достиг договоренности, что ты будешь играть в «Спартаке». Что потом пришлось говорить Бескову после того, как ты подписал заявление о приеме в «Динамо»? Ну, это же из той же истории, когда обратно я в 83-й год практически не играл при Морозе, при Валерии Васильевиче. То есть выходил на замены, при 84-м при Валерии Васильевиче играл, потом не играл. То есть неудовлетворен был своей игрой, то есть, соответственно... Меня это все раздражало. Ну, тяжелые 2 года были, конечно. Тяжелые 2 года, то есть, зависимо от мест, которые мы заняли, 7-е и 10-е. Для киевского «Динамо» это вообще невозможно. То есть, в это время поступил звонок от Константина Ивановича. То есть, если ты хочешь, я вижу, что ты подходишь под спартаковский стиль. То есть, есть техника, есть там, голова есть. То есть, соответственно, давай к нам. Ну, я подумал, я говорю, что, да, наверное, скорее всего, я пойду. Все равно я не вижу у себя здесь, то есть в киевском «Динамо» не вижу. Почему? Потому что многие футболисты еще продолжали играть, потом еще идет набор, думаю, ну, раз человек приглашает, соответственно, я сам. Даже написал заявление, и мы улетели в Италию. То есть, оказывается, Киев с Флоренцией, города побратимы, и вся спортивная делегация улетела, значит, в Италию. Мы там... Пробыли дней 10, наверное. Ну, видно, дошли слухи о том, что я перехожу в московский «Спартак». Хотя небольшая величина. Ну, игрок, как все. И приехали, где-то дня через два... свадьба была у Андрея Михайловича Баля. И Валерий Васильевич там был приглашен, то же самое. И вот мы стоим, ждем, то есть, пока Валерий Васильевич приедет. То есть, все с цветами, все уже практически поздравили. Он подходит, поздравил, а потом мне пальцем, иди сюда. Подходит, к стенке так прижал. Ну, я тогда был немножко выше, чем сейчас. Да, он высокий, говорит, что ты делаешь? Давай, говорит, все будет нормально, давай. То есть, так ты сказал, что ты делаешь, да? Да, что ты делаешь, то есть, давай, ты нам нужен, то есть, соответственно, давай, оставайся. Какой психолог, какое место нашел? Да, то есть, это как раз была свадьба. Я говорю, хорошо, все, я согласен, то есть, нет. Были какие-то дополнительные условия? Дайте мне больше денег, дайте квартиру. Да кто раньше спрашивал об этом? То есть, ну, говорили, конечно, там, семья есть, соответственно, нужна квартира, да, то есть, соответственно, на чем-то передвигаться надо, ну, то есть, какие привилегии? Ну, сейчас бы любой парень сказал, Валерий Васильевич, они мне дают вот столько, а вы мне дайте побольше, и я останусь. Ну, наверное. Раньше другими матерями мы жили. То есть, соответственно, я даже Валерий Васильевич, когда приглашал, говорит, ты будешь играть в киевском «Динамо». И точно так же сказал Константин Иванович. То есть, ты будешь играть в московском «Спартаке». То есть, а потом ты заработаешь, потом ты получишь, может быть, 10 раз больше, чем ты сейчас с нас хочешь. За майку играли. За майку. То есть, соответственно, и после этого разговора я на следующий день перезвонил Константину Ивановичу. Извинился, то есть он говорит, сказал, Валерий Васильевич, меня припер на свадьбе. Ну, я не до конца ничего не сказал, почему, потому что было бы как-то неприятно. То есть извинился, но он меня понял, скорее всего, понял, я так думаю, что. И после этого пошло. Но это счастье, я считаю, что ты дождался своего момента. Ведь могло все совершенно не так сложиться. 85-86 год - это триумф вообще киевского «Динамо» и сборной Советского Союза.
85-й год вот сейчас как на ладони. И для многих людей, которые смотрят это интервью, они будут сейчас это все вспоминать, переживать. Все эти матчи, этот финал Кубка, твой гол первый на 6-й минуте, как сейчас помню его головой. А, вообще удивительное время было. Ты чувствовал, что ты причастен к истории, что это останется навсегда не только в твоей памяти, но и в памяти целого поколения? Вы знаете, как-то об этом сильно не задумывался. Это потом уже по истечении, когда уже игру сыграешь, потом уже думаешь, ага, да, молодцы, выиграли. То есть приходили просто, играли в футбол, и это тяжелый труд, конечно, то есть приносило нам удовольствие. Соответственно, результат был. И я просто, ну, благодарен тем ребятам, которые... с которыми я играл, которые помогли мне раскрыться, как и я кому-то помог тоже раскрыться. Но сегодня у Олега Блохина большая проблема, где взять футболистов в сборную Украины. А тогда большая, главная проблема была, кого отобрать, огромный выбор. Что не имя, то легенда, то знамя, то символ. Все ребята как на подбор. А в 86-м году ты был признан лучшим игроком Советского Союза, лучшим футболистом. А лучшим футболистом Европы признали Игоря Биланова. В принципе, вы одинаково были два таких самых больших героя тогда в киевском «Динамо» и в сборной. Не было ревности по отношению к Биланову, что его признали в Европе, а тебя только в Советском Союзе? Ну, возьмем так. Каждый футболист должен стремиться к тому, чтобы что-то выиграть. Да? То есть, например, чемпионат или, там, возьмем, или кубок. Ну и чтобы журналисты дали оценку... например, его труду, да, то есть, соответственно, чем-то сделали ему, то есть, приятное, да. Возьмем так, ну, так получилось, я не знаю, по-моему, в мировой практике это первый раз такое, ну, сложно сказать. Я думаю, что чемпионат СССР я отыграл более ровнее, чем Игорь, да. Игорь отыграл здорово чемпионат мира, то есть, забил больше всех мячей, да. Получил, то есть, соответственно, мнения разделились, но... То есть я в этом не виноват, и он тем более, да, то есть, соответственно, журналисты... Но что-то под ложечкой было или нет? Не, у меня не было, почему? Потому что, я же говорю еще раз, как-то об этом не задумывался, да, то есть, соответственно, и тем более мы друзья и коллеги, то есть, соответственно, я не хочу врать, я скажу, что у меня зависти никакой не было, тем более, я же еще раз повторяю, что это мой друг, то есть, соответственно... И тем более я еще узнал, что я не... Там, я понимаю, что Биланов первый, я второй. Там, я только оказался на 6-м месте. То есть в таком плане. То есть большая разница в голосах и во всем. В те годы мы как-то себя не щадили. Мы говорили, вон Марадона играет, вон Платини. Ну, у нас тоже неплохие ребята. Биланов, Заваров и так далее. А вы понимали тогда, вот футболисты между собой, что по силам вы ничуть не хуже и по мастерству, по уровню профессионализма, чем те же, там, я не знаю, Гулит, Ван Бастен и так далее? Да, просто мы понимали, между собой об этом говорили. Просто у них пиар-компания была поставлена намного сильнее, намного лучше. Тем более по всей Европе, как и сейчас, показывали игры всех чемпионатов, ведущих чемпионатов. То есть наш чемпионат, может, изредка показывали, я точно не знаю, но я думаю, что не показывали. Соответственно, если показывали те игры, которые мы проводили против московского «Спартака», там, Минского «Динамо», Динамо-Тбилиси, да. То есть, соответственно, и наш бы рейтинг, наверное, вырос бы, да. А так мы могли только засиять только в Европе, в кубках, да, то есть в европейских кубках или на чемпионате мира. Ну, приезжая в сборную мира, ты ведь играл в составе сборной мира не один матч. Какое было отношение других ребят к советским футболистам? Возьмем так, я был, Биланов, Досаев, мы были на столетии английской лиги в Лондоне. И, ну, мы как-то держались, ну, обычно нам, знаете, как скромно, чтобы скромно было, чтобы ни в коем случае какие-то слова там не говорить, тем более не понимая, ни о чем говорят там люди. Соответственно, да, более простые там, и Платини, и Мишель был, и Ильклиайер, и Лаудроп, то есть они более простые ребята. Например, Марадона немножко посложнее был, он посложнее, во-первых, знал себе цену, во-первых, первое, он ждал, мы его ждали всей командой, пока он там...
разотрется. То есть, и он вышел ровно за 2 минуты до выхода на поле. То есть, соответственно, человек знал себе цену и, соответственно, и вел себя точно так. Ну, в этом матче первый раз я, ну, вот мы говорим там о Франции как о законодателе моды, да, но просто такой один случай интересный. Мы же приехали в костюмах, в галстуках, то есть сидеть, чтобы ни в коем случае не подумали, что мы советские люди. Советские люди, да, да. Ну и пришли все остальные. Вот Мишель Платини сидит и так вот начинает на стулочке подтягиваться. Смотрим, а он без носков. В туфлях, но без носков. В джинсах без носков. О, как же это возможно? И для нас это была дикость. Почему? Потому что как-то было неудобно. Думаешь, ну что, у человека что, денег нету? Конечно, есть. Но просто люди к себе относятся, возьмем так, по-нормальному, что удобно тут носит, да, то есть без всякого пижонства, без всякого там хвастовства, то есть я заслужил, значит, в таком плане. Когда в Советском Союзе подул свежий ветер перемен, и перестройка вошла в такую решающую стадию, фазу, сборная Советского Союза как раз выиграла второе место на чемпионате Европы, и, конечно, все игроки были тогда на расхват в западных клубах. Но первым громким таким контрактом стал именно твой контракт летом 88 года за 5 миллионов долларов в кои-то веки. Это страшные деньги вообще были. Ты ушел в туринский Ювентус. Страшно было вообще уходить? Ну, конечно, новая команда, то есть, соответственно, капиталистический мир, то есть, немножко было страшновато, а не по себе. Я думаю, что изначально, наверное, может, Валерий Васильевич или там спорткомитет, ну, скорее всего, наверное, спорткомитет и вместе Валерий Васильевич Лобановский. То есть изначально, наверное, поступили неправильно. Надо было одного меня, как бы, вроде не отпустить, там, двоих хотя бы для того, чтобы мы как-то быстрее бы адаптировались. То есть, и, может, не в Ювентус, да? И, может не в Ювентус. Ну, было вот, просто из двух вариантов. То есть, там же Барселона. Барселона была, да, и Ювентус. То есть, соответственно, Ювентус давал 5, эти давали 3, то есть... Куда сказали, туда едь. Но я понимаю, чтобы что-то там от этого что-то выиграть в каком-то финансовом плане. Конечно, они же не тебе давали. Да, они же мне не давали. То есть в финансовом плане практически никакого выигрыша по сравнению с киевским «Динамо» вообще нет. Вообще не было. Только пришел в команду, которая Ювентус, то есть с именем, с амбициями, то есть, соответственно, хочет играть, все равно выиграть первые места. Как раз попал на смену поколений, которые... Платини ушел, да? Платини и Боник, ну, почти 4 человека чемпионы мира, то есть попал на смену поколений. Но все равно достаточно нормально выступили, 3-е место заняли, 88-89 год. Но мне было немножко сложновато, почему? Потому что если проанализировать весь год, то есть почему я, возьмем так, к концу декабря и практически провалил полгода. Почему? Потому что в 88 году это подготовка, значит, европейские кубки, потом чемпионат Европы, потом чемпионат СССР. То есть, соответственно, потом я наиграл... отборочные чемпионата мира. Чемпионата пошли. Мира, да. То есть, соответственно, я наиграл, я не знаю, за 100 игр, наверное, скорее всего. То есть, из-за этого, я думаю, что это был провал, который я себе, во-первых, первое как-то неудобно себя чувствовал. Почему? Потому что некоторые журналисты там, которые работали в Италии, то есть передавали такую информацию, что вот в газете написано, ой, слабак там. Ну, как-то неудобно, то есть неудобно себя чувствовал и как-то думал, неужели я разучился играть в футбол, то есть в такой команде. Ну, это было все пафосно, конечно, это было почетно. Я помню твой последний матч в составе киевского «Динамо», как ты руку вскинул, полный стадион, тебя провожают. Гордость наверняка переполняла. Смотрите, а вот наших-то взяли и не куда-то, а в Ювентус, и вместо Платини, и хотят, чтобы он был разводящим вместо Платини. Ну вот ты там оказался, на Западе, один. Никто тебя не заставляет приходить на базу и ночевать там по трое суток. Никто ничего не говорит. Что ты почувствовал? Одиночество было какое-то? Ну, возьмем так, ностальгия немножко была. К любому месту надо привыкать, да, там, ну, месяц, два, три, потом начинаешь втягиваться, вырабатываться, соответственно, уже ностальгия прошла, то есть уже становишься своим человеком. Почему? Потому что еще было стеснение такое, что языком не владеешь, то есть с переводчиком ходишь, ребята хотят что-то рассказать, то есть нормально, или даже президент клуба хочет тебе сказать какие-то такие вещи, которые, чтобы мы только знали между нами, то есть он через переводчика не может, потому что третье лицо не должно слушать это, то есть или хорошее, или плохое. Соответственно, это мешало, я немножко
Возьмем так, я по характеру в молодости был такой парень стеснительный. Соответственно, мне как-то это... Ребята все после тренировки, пойдем в ресторан, пообедаем там, то есть познакомимся. Потому что, ну, Дима, ты знаешь, что знакомство люди, ну, за столом сели, конечно, поели. То есть во всех странах, то есть... Ну, я как-то так отказывался. С другой стороны, если бы я не отказывался, я, наверное, ни копейки денег не потратил бы на покупку продуктов, почему все время пил бы в ресторане только. То есть нормальная была обстановка, но просто я думаю, что я в первый год не сильно в нее... Не сильно не было такого комплекса, ощущения, ну вот эти игроки, которые выступали в Ювентусе, получали совершенно другие деньги. Я думаю, что наши чиновники нагрели хорошо тогда Совиндерспорт, да, была такая контора. Да. Не было ощущения второсортности такой? Во-первых, первое, я не знал, сколько они получают. Ну, примерно, никто не говорил. Никто, да, не говорит, да. Ну, примерно я понимал, что они, наверное, в миллион раз больше меня получают. Почему? Потому что я... Это не секрет, сколько ты зарабатывал? Чисто откровенно я скажу, что $1200 я получал в Ювентусе. Месяц, да. Когда я пришел в Ювентус, я говорю, так и так, то есть мне люди же говорят. То есть, они знали в Ювентусе, они что знали, ты получаешь, да, они знали, да. То есть, соответственно, они мне говорят, ну, иди. Я пошел, пока чуть-чуть хотя бы начал бы понимать и говорить, потому что эти вещи нельзя говорить при переводчике. Соответственно, Ювентус какой порядочный клуб, то есть я бы хотел, чтобы такие клубы были везде, то есть особенно у нас. Да? То есть, соответственно, говорит, ладно, да нет вопросов, значит, давай так. Так как получает там Лаудруп, Микаэль Лаудруп там, или Альтабелли, чемпион мира, или Кабри. Мы тебе не дадим? Мы тебе не дадим. Ну, среднюю, хорошую, такую добротную, что ты будешь нормально себя чувствовать, мы тебе дадим. Но это только тебе. Почему? Потому что там, оказывается, еще надо было что-то приносить в консульство, что-то... Ну, короче... Обложили. Обложили полностью. Соответственно, я говорю, хорошо. То есть, я тогда сказал, что я перешел на хозрасчет по тем временам, то есть... На тебя смотрели, видимо, как на палочку-выручалочку в Ювентусе, да и здесь все понимали, ну, сейчас наш Саша им покажет, как надо играть. Не получилось, несмотря на завоеванный кубок УЕФА, несмотря на второе, там, третье, по-моему, место, да, кубок, да. Суперкубок, ну, Италии, да, 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 да. Не получилось того, что ожидали. Это был типичный случай для советских футболистов. Мы не были тогда готовы играть за рубежом. Я думаю, что да, чисто морально и психологически. То есть, возьмем так, и после меня и ушли некоторые футболисты. То же самое и Олейников, и Алексей Михаличенко. То есть, как бы сказать, что не в ту силу сыграли, в которую мы могли играть на тот данный момент. Я думаю, что это со стороны психологии. Почему? Потому что мы вроде бы были... И как бы вроде и свободные, да, но мне скорее кажется, что затюканные, да, возьмем так, если так. Советская система. Советская система, которая нас так выучила, которая нас так... Обдолбанные, я бы сказал. Да, да, то есть, соответственно, это и такая ситуация. Сейчас молодежь, которая уходит, ну, возьмем Андрея Шевченко, который и здесь покрутился и увидел, наверное, сумму. Он приходил, спрашивал совета вообще, спрашивал Александр Анатольевич, ну, как вот Виталий, как мне быть, как играть? Ну, мы с ним перезваниваемся, ну, так, чтобы конкретно, чтобы-то что-то говорить. Просто мне кажется, что он сразу прыгнул с корабля на бал, да, то есть он попал. И сразу начал забивать, и сразу начал становиться, то есть, на ноги, и, соответственно, стал ведущим игроком. То есть он не проходил те тернии, которые нам надо было пройти для того, чтобы что-то попасть в основной состав как-то. Это правда, что в Нанси тебя сосватал Мишель Платини? Да. Каким образом? То есть мы играли последнюю игру в Лече с Ювентусом. Мишель Платини прилетел на своем, ну, возьмем, на самолете, на маленьком туда. И говорит, поехали со мной. Он уже был в порядке тогда, да? Да, уже тогда был в порядке, да. То есть, соответственно, он приехал и говорит, поехали. Ну, что ты будешь мучиться? Поехали. Тем более, мне нужен опытный игрок, который уже поиграл, который выиграл, для того, чтобы та же молодежь, которая растет, которая сейчас до сих пор играет, чтобы она училась на примере, то есть, кто он может... Он тренировал Нанси тогда, да? Он тогда был вице-президент. Угу. А тренировал тогда Эмиль Жаке. То есть чемпион. Неплохие люди. Да, то есть, ну, да, грамотные люди, которые до сих пор в порядке, то есть и молодцы. То есть, соответственно, я приехал, то же самое, молодежь, команда только вышла в высшую лигу, молодежь, которая училась не только по кассетам, там, или там, а есть с ними представитель, там, я был, значит, Тарасевич Ришар Поляк, который, то есть возрастные, возьмем так, за 30 uh-huh. лет уже. То есть, соответственно, молодежь училась, и я думаю, что неплохо выглядела, и до сих пор играют еще люди. То есть, соответственно, не знаю, плохому, что 100% мы их не научили. Ну, насчет научили, мне рассказывали, что когда ты выступал в Нанси,
французские футболисты молодые часто слышали от тебя слово, которое они истолковали, как ты говорил, блед. Они истолковали, что это зверек, по-французски ласка, да, называется? Ну, если у вас открытая программа, я могу вам пояснить. Да, поясни, пожалуйста. Вы знаете, иногда у человека выскакивают, я думаю, наверное, некоторые слова, которые паразиты, конечно, да, то есть, когда ты там... Ну, очень кстати бывает. Да, кстати, да, когда ты не попадешь в ворота, там, ах... Ну, по-французски это... Возьмем так. Ну, если зверек. Путана. Все. Ну, а потом еще есть корот, это, то есть морковка. Корот это называется тот человек, который ну, стоит на поле, об него мячи бьют, только он раздает только. И все. Ну, разводящий. Разводящий, который этот сам. Ну, и такое... Ну, у меня больше... Меня называли гран-пер. Гран-пер – это дедушка, который... Ну, то гран-пер называли, то блед. То блед, да, да. То есть, кому удобнее было как. Я не обижался, все мои до сих пор мы как-то дружим. Ну, как дружим, перезваниваемся, там, звоним, когда я во Франции проезжаю, то есть, соответственно, я с ними встречаюсь. Мы вспомнили Йожи Фасаба лет 10 назад, когда он был главным тренером киевского «Динамо», он мне жаловался на футболиста, он говорит, за победу над Баварией им пообещали там, по 50 тысяч долларов каждому. Да если бы нам в наше время пообещали не 55 тысяч, мы бы соперников не то что перебегали, мы бы их покусали. Ну, да, а они стоят и не могут играть. За счет чего играли раньше все-таки? Почему играли так хорошо? Во-первых, первое, это была большая конкуренция. Конкуренция, которая была, например, в киевском «Динамо» или в московском «Спартаке». То есть большая конкуренция. Плюс, наверное, все любили стыдно футбол. Стыдно было плохо сыграть. Да? И стыдно было плохо сыграть, потому что приходишь домой, там дяди, тети, друзья, ну что, проиграли, да, ну, молодцы, проиграли, значит. То есть как-то неудобно себя чувствовал. Чтобы кто-то пришел, сказал, там, сегодня вам за выигрыш, там, как, там, 50, то мы, наверное, в поле воробья бы загоняли точно. И так загоняли всех, но просто еще, наверное, я думаю, что еще бы лучше, наверное, играли. Хотя я думаю, что ну, выше планки не прыгнешь. То есть, соответственно, есть предел. Соответственно, этому выше никак. Ну, никак. Да, любые деньги. Сейчас дайте мне миллион долларов и сказать, что прыгни как бубка, я, конечно, не прыгну. Но за два попробую. Ну, за два попробую, да. Сегодня от молодых футболистов можно иногда услышать, так, как они раньше там играли, что это за футбол был, какие там скорости. Но недавно на канале НТВ Спорт я посмотрел потрясающую передачу, несколько вечеров она шла, где показывали участие сборной Советского Союза, матчи в чемпионатах Европы и мира. И оказалось, что, ну, 70-й год мы не берем, но 82-й, 86-й год особенно – потрясающие скорости, потрясающие передачи в одно касание. Как вы играли? Вы же как боги играли. Сейчас так не играют. Оказывается, тот футбол был не хуже, а намного лучше. Так или нет? Ну, каждому времени свое, да. То есть, соответственно, я как-то так не люблю сильно вспоминать. То есть, для себя это вспоминать. Ну, скромный, мы это да, уже да, узнали. Да, да, да. То есть... Я скажу, что раньше было больше индивидуальностей в футболе, то есть, которые гремели на весь мир, то есть, или у нас в стране. То есть, возьмем киевское «Динамо» 70. Кого не возьмем. Кого не возьмем. То есть, и Мунтян, и Колотов, и Трошкин, и Блохин. Ну, все, на которых смотрел и любовался, как люди играют. Причем не только у нас в СССР играют, и в Европе, и выигрывают все. То есть, соответственно... Ну, дай бог добиться этим людям, которые того, что мы добились. Что да? мешает сейчас так играть? Ну, что пацанам мешает быть такими, как вышеперечисленные товарищи? Ну, мне сложно сказать. Я думаю, что у нас... Ну, ты тренируешь «Арсенал», у тебя да. молодые ребята. Ну, не будем брать легионеров, мы еще о них поговорим. Но говорим о наших ребятах. Что им мешает? Ну, «Арсенал» это совершенно немножко другая тема. Почему? Потому что у нас нет ни полей, ничего. То есть, соответственно, мы не можем подготавливать молодежь, которая могла бы конкурентоспособная быть. Я имею в виду, что приходится из-за этого брать. Я думаю, что скорее всего, ну, одна из причин, наверное, скорее всего, дворовой футбол пропал. Дворовой футбол пропал, практически не видно во дворах, что люди водятся с мячами, маленькие дети. Почему? Потому что... Наркотики же появились. Ну, да. Какой дворовой футбол. Да, да. Почему? Потому что каждая семья боится за своего ребенка, не дай бог вечером останется там или еще что-то, еще там много некоторых вариантов. Я думаю, что
Может, из-за того мы возились во дворах, что у нас не было никаких развлечений, то есть только кроме футбола, конечно, только думали об этом. То сейчас много, что сел в компьютер, поиграл, там в игрушку пошел, там. То есть я думаю, что, скорее всего, и из-за этого. Хотя я думаю, что, ну, возьмем так, я знаю, что в киевском «Динамо» есть прекраснейшие условия для того, чтобы воспитывать своих в донецком «Шахтёре». Азаварова нет, Биланова нет, ну, Блохина нет. Значит, я думаю, что... То есть надо уже не жить тем временем, а надо уже перестраиваться и быстренько. И Демьяненко нет, и Бессонова нет. Да, да. Ну, то есть надо перестраиваться тренерам, которые, наверное, готовят игроков, уже не вспоминать, когда я был там и играл. То есть ни в коем случае не сравнивать их, там, как я играл, да, например, там, или как Демьяненко играл, или как Заваров играл, или как Блохин играл. То есть надо что-то новое, надо что-то, то есть больше внимания уделять. Наверное, скорее всего, я думаю, что надо, наверное, всем тренерам проходить тесты обязательно. Почему? Потому что, чтобы не было, чтобы все время человек ждал, что конкурент сзади. Почему? Потому что я знаю это по себе. Почему? Потому что я прошел во Франции, начиная с детей. И я все время слышал, да, я пришел, друг Платини, звезда, играл в Ювентусе. Когда я закончил, мне говорят, мы знали, что ты играешь хорошо, но... А что сейчас? Что сейчас ты, давай... Покажи. Давай, покажи, да. То есть, соответственно, мне это понравилось, я пошел работать с детьми, то есть, соответственно, потом постепенно начал перебираться, то есть, я имею в виду, с 11-летними, с 12, с 14-летними. То есть, соответственно, если есть любовь к воспитанию поколения, да, то есть, соответственно, я думаю, что должен прийти результат. Ну, должен, ну, невозможно это. Ты принадлежишь к той редкой когорте игроков, которые не были просто машинами «бей-беги», а которые прежде всего думали головой и создавали красивую игру. Наверняка ты следишь в первую очередь на футбольном поле, когда даже по телевизору смотришь футбол, за игроками своего амплуа, которые разводят, раздают передачи и так далее. Ты знаешь хорошо и французский, и итальянский футбол. Что ты думаешь о поступке Зидана в матче в финале чемпионата мира? Я думаю, что накал борьбы был такой, что человек иногда бывает такое, и у меня вот иногда было, когда накал такой, что, ну, себя не контролируешь. Себя не контролируешь, я думаю, что в тот данный момент он себя не контролировал. Хотя я думаю, что, то есть, зная о том, что это на чаше весов быть чемпионом мира или не быть, то есть, соответственно, должен быть, наоборот, сконцентрированный и не позволять себе такие вещи. Кто бы что бы на тебе ни говорил, как бы тебя не оскорблял. Жалко его? Мне жалко его. Во-первых, великолепный футболист, то есть я его отношу к той когорте, к которой отношу Блохина, Марадону, Платини, соответственно, Зидана, то есть мы Круиф. Следим за внутренним чемпионатом Украины, хотя не всегда даже хочется за ним следить, настолько он бывает неинтересным. Многие футболисты твоего поколения, старше, говорят, что большие деньги убивают или уже убили футбол. Потому что ушло соревнование, пошли сплошные договорные матчи, подкуп и так далее. Как ты считаешь, нужно что-то с этим делать или уже сделать ничего невозможно? Не нужно бороться. Если мы ничего не будем делать, так, конечно, тогда конец. Тогда конец. То есть мы будем чему радоваться? Когда у нас не будет конкуренции, там две команды играют, а остальные смотрят сзади на них. То есть лично я противник этого. Я хочу, чтобы у меня была команда, которая влезла бы в спор этих двух команд, чтобы было 5-6 команд, которые могли соревноваться с двумя нашими лидерами. И потом, и из-за этого, я думаю, что до сих пор не удается сделать то, что было раньше. То есть, почему? Потому что как таковой конкуренции для «Шахтера» и «Киевского Динамо» практически, ну, нет. Да? Там некоторые команды могут еще конкурировать, но недолго. То есть, соответственно, из-за этого неудачное выступление и в Лиге чемпионов. Соответственно, это хорошо, что сборная наша... Да, это очень хорошо. Это очень хорошо, что попала на чемпионат мира. То есть это можно говорить о Блохине. Возьмем, ну, в разных цветах радуги. Ну, просто уникально. Почему? Потому что большинство игроков сидят на лавочке запасных игроков сборной, да? И сборная выходит на чемпионат мира, обыгрывает там и лучшие команды. То есть, все-таки есть у нас футболисты украинские. Значит, про деньги. Ну, я вообще-то новый человек, да? Ну, я просто уже 2 года работаю на Украине. Просто когда начинаешь разговаривать с футболистом, да, еще человек еще не знает, что такое мяч, да, он не знает, квадратный он или круглый. И уже такие суммы, которые,
Иногда бывает, что ну, даже страшно, страшно называть. То есть, соответственно, то есть сумму нужно научился называть. Да, то есть, а еще ничего не дав ни команде, ни это. Из-за этого у нас большинство игроков, которые блуждают по всем командам, соответственно, блуждающие форварды. Блуждающие форварды, которые, наверное, там или там что-то больше там получают или не получают, я точно не знаю. Но, скорее всего, получают из-за того, что уходят. То есть, соответственно, меня это раздражает, и на это как-то смотреть, ну, я что могу сделать? То есть, я только сказать могу, а так больше. Видел совершенно жуткую ситуацию, когда на моих глазах в узком кругу пожилой футбольный болельщик со стажем, который еще после войны смотрел матчи и помнит все, обливался слезами, когда бывший футболист киевского «Динамо», он играл давно, начал ему рассказывать, какие ходят деньги и как покупаются, продаются матчи. Когда он болеет, он думает, что тут интрига, а это все уже давно известно, когда тотализатор включается и так далее. То есть для людей это страшное потрясение, и лучше им, наверное, этого не знать. Лучше не знать, но люди ж видят все равно, и от них не скроешь это. Вот люди... сегодня люди, которые даже мало разбираются в футболе, смотрят матчи и говорят, легионеры в большинстве своем не нужны. Нет характера, нет жажды борьбы. Они вообще случайные пассажиры на этом празднике. Нужны легионеры или нет? Я думаю, что нужны. Ну, в каком количестве? И какие? То есть, соответственно, если мы, ну, я беру по бывшим... возьмем так, временам. Если это Гулит, Ван Бастен, Рейкард, соответственно, они нужны для того, чтобы подтянуть всех, и чтобы люди играли и смотрели на них. Если другие легионеры, лишь бы заткнуть дыру кем-то там, или сделать какие-то дела, соответственно, ну, они не нужны. Ну, это портит, это портит футбол. То есть, соответственно, ну, это, конечно, ну, сложно для Украины это сказать. Я бы, как в Англии бы сделал, да. Человек сыграл там за сборную там 10 игр. Значит, соответственно, он там или должен приглашен был сюда. То есть, соответственно, деньги то немалые все равно. То есть, соответственно, чтобы легионеры приходили, которые были на голову сильнее наших футболистов. На сегодняшний день я легионера в украинском футболе сильнее наших на голову я не вижу. Даже и близко. Даже и близко. И в «Шахтере», и в киевском «Динамо», и там в «Металлисте», и у нас в «Арсенале». Все-таки? Я думаю, что да. А зачем они тогда? Ну, сложно сказать. То есть, готовятся на Лигу чемпионов, чтобы в Лиге чемпионов сыграть три игры легионеры, а потом что? Так зачем они и там не играют. Они и там не играют. То есть, соответственно, немножко... Ну, я не говорю, что запущено, но... Надо как-то ограничить, как-то, я не знаю, чтобы давать больше возможностей играть нашим игрокам, то есть украинцам, которые... А бразильцы, которые играют в украинском чемпионате, хороши или не очень? Ну, возьмем так, в украинском чемпионате мне очень нравится Матузалим, да, например, очень нравится мне. Который такое яркое пятнышко, которое есть, яркая звездочка, которая есть в донецком «Шахтере». Ну, если сравнить даже, возьмем так, далеко не надо ходить, да, сравним бразильцев в ЦСКА в московском, да, который играет там, то есть, соответственно, сразу делается вывод о чем, то есть, пока наши легионеры бразильцы... С других пляжей. С других пляжей, да, наверное, скорее всего, почему, потому что, хотя и тем легионерам, которые играют в ЦСКА, сложно в Лиге чемпионов играть, но все равно они, я думаю, что индивидуально и по качеству игры они сильнее, чем у нас. У тебя прекрасная семья, замечательная жена, двое детей, сыновья. Младший сын, насколько я понял, Валера, назван в честь Валерия Васильевича? Да, да, да. Валерий Васильевич знал об этом? Да, конечно. То есть он родился в 88 году, как раз как я уезжал. И он был месячным, когда я уехал в Италию. То есть, и как назвать, то есть, как назвать ребенка? Ну, решили. Валера, почему? Потому что в честь Валерия Васильевича. Потом Валерий Васильевич приезжал в Италию, то есть на сборы была команда, я его приглашал, он то есть много раз приезжал, то есть фотографии у него даже есть, то есть нормально. Старший играет в футбол? Не, старший сейчас заканчивает университет во Франции. И будет искать, ну, не искать, я имею в виду, что и будет работать по другой специальности. Но подавал надежды? Подавал надежды, да. Подавал надежды, даже подписал контракт двухгодичный с профессиональной командой, с командой Мец. Французская, да? Да, от Нанси, это недалеко. То есть, подписал двухгодичный контракт, но потом, значит, разрыв мышцы, один, второй, третий,
опираться. И, короче, это были очень сложные года. Почему? Потому что это, представляете, от футбола переходить к деятельности другой немножко сложного. То есть это были, я скажу, страшные года, которые года три, наверное, которые тяжело дались моей семье и до сих пор иногда аукивается об этом. То есть, соответственно, он закончил, поступил в университет, соответственно, учится сейчас. Сейчас более-менее во Франции. Да. То есть более-менее нормально сейчас. Я задам последний вопрос. Человек, который хоть раз выходил на 100-тысячный стадион, не говоря уже поездил по таким же стадионам мира, он уже навсегда отравлен вот этой публикой, болельщиками, запахом большой игры. Скажи, вот сегодня в свои 46 лет, да, тебя иногда тянет выйти на такой стадион и сыграть вот на том уровне, на котором играл? Да, Дмитрий, да, точно. Ну, даже сейчас глаза бегут, да, глаза вроде бегут за мячом, а ноги не успевают, да, например, просто. А техника же никуда не делась. Техника, она не пропадает, да, ну, возьмем так, ну, хотя бы пару дней покасаться мяча, да. То есть, соответственно, ну, это когда выходишь, когда 100 тысяч, 80. Какие ощущения? То есть, ну, первое, это бегут мурашки, да, по вот. Коже, то есть, какой-то нервный такой, чуть-чуть такой... приятный, нервный такой, не мандраж какой-то, дрожь такая, которая ты выходишь на поле до первого касания мяча. Да? Только мяча коснулся, раз, дальше все пропало, и уже пошла профессия, которая ну, для меня в жизни, во-первых, дала многое, и я благодарен всем, кто участвовал в моей жизни. То есть, и я благодарен тренерам и всем ребятам, которых я хорошо знаю, с которыми я дружу. То есть, и тем болельщикам, которые болели за Киевское Динамо, ну и конкретно ходили на меня. То есть, соответственно, я им передаю привет и все самого. Саш, я благодарен за эту беседу. И сейчас от имени телезрителей, которые тебя любят, хочу еще раз признаться тебе в любви. Сказать, что вот наш настоящий герой, скромный человек, который прославлял Украину, Советский Союз на полях мира. Спасибо тебе за то, что ты есть. Мы тебя очень любим. Спасибо. Спасибо вам за приглашение. Спасибо большое. Спасибо. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях був видатний футболіст сучасності, нині тренер Олександр Заваров.